Лондон. Вы слушаете BBC. Врачи в Вашингтоне, оперирующие президента Рейгана, выражают уверенность в полном успехе операции. Главнокомандующий советскими вооруженными силами в Восточной Германии неожиданно получил назначение на новый пост. Крупнейший в истории благотворительный концерт с целью сбора средств для оказания помощи жертвам голода в Африке проходит одновременно в Лондоне и Филадельфии. Семеро афганских перебежчиков приземлились в пограничном пакистанском городе на двух советских вертолетах. Говорит Лондон. В ближайший час слушайте нас на коротких волнах в диапазонах 16 метров, 19, 25, 31 метр, 41, 49 метров и 75 метров. Содержание передач на этот час. После выпуска новостей радиохроника текущих событий, глядя из Лондона. Все мы такие. Путь поста командующего советской группы войск в ГДР. Ситуация в Польше и отношение поляков к властям. Завершение строительства здания нового советского посольства в Вашингтоне. Затем 22 часа 30 минут по московскому времени концерт поп-музыки, который подготовил и ведет наш сотрудник Сева Новгородцев. Говорит Лондон. Передаем последние известия. Врачи в военном морском госпитале близ Вашингтона начали операцию по удалению опухоли кишечника президента Соединенных Штатов Рейгана. Опухоль на толстой кишке была обнаружена вчера в процессе операции по удалению небольшого полипа. Согласно предварительным анализам, опухоль оказалась неоднокачественной. По словам врачей Рейгана, беспокоиться не о чем, несмотря на то, что президенту 74 года. Такого рода операции проходят успешно в более чем 90% случаев. По словам очевидцев, ходил операционный Рейган был в хорошем настроении. Недавно было объявлено, что на время операции Рейган передал свои полномочия вице-президенту Соединенных Штатов Джорджу Бушу, который прервал свой отпуск и вернулся в Вашингтон. Объявлено, что в рядах руководства советскими вооруженными силами в Восточной Германии произведены замены. Восточно-германская информационная агентство сообщило, что главнокомандующий советскими вооруженными силами ГДР, состав которых насчитывает 400 тысяч советских солдат, генерал Михаил Зайцев, а также начальник политуправления группы войск генерал Алексей Тищев, покидают свои посты по завершению срока службы в Восточной Германии.